Молодой папа Сергей Лазарев поделился секретами воспитания 4-летнего сына Никиты. Долгое время певец вообще скрывал наличие ребенка, а потом еще около года прятал от посторонних глаз его лицо. Хожу в поликлинике, я хожу в магазин, я появляюсь в ресторане, и уже нет больше сил отбирать телефоны у людей, которые пытаются из-под тишка сфотографировать. Сейчас певец старается выстраивать свой рабочий график так, чтобы в нем всегда было место для воспитания ребенка, который уже радует папу большими успехами. Ребенок уже окреп, он взрослый, уже разговаривает, и скоро уже читать начнет. Все чаще показываться с Никитой на людях Сергей начал и наперекор слухам о том, что Никита вообще не его сын. Но когда поклонники увидели фото улыбающегося мальчика, вопросы отпали сразу.